Нурсултан Назарбаев на Генеральной ассамблее ООН призвал людей разрубить Гордиев узел войн и конфликтов. Казахстан в этом отношении может стать примером для всех других государств, уверены жители востока страны. Сегодня в республике проживают представители более 130 этносов. Действует уникальный институт дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Наша страна готова распространять свой опыт на международном уровне, считают ученые Восточно-Казахстанского государственного университета. В 21 веке центральной задачей человечества должна стать реализация стратегии, избавляющей мир от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины, солидарны восточно-казахстанцы с главой государства. Тем более, что Казахстан уже активно работает в этом направлении. Наше государство вносит большой вклад в урегулирование конфликтов в тех странах, где люди вынуждены бежать от войны. Казахстан готов наладить конструктивный диалог разных сторон. Для нас, нашего президента, нашей республики, это большая честь и ответственность.